Победа в Великой Отечественной войне – героический подвиг советского народа. Вот уже 79 лет День Победы – главный праздник страны. Почтили память павших бойцов и чествовали ветеранов накануне в Новосибирске. Участие в торжественных мероприятиях принял глава Новосибирской митрополии. Россия отмечает великий праздник Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Новосибирске праздничные торжества начались с возложения цветов к бюсту первого трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. Новосибирск чтит память своего земляка. Его именем названа улица, станция метро, технический колледж. Традиционный парад прошел по главной улице столицы Сибири. Участие в нем приняли более 2000 человек – военнослужащих, курсантов, юноармейцев. За колоннами следовала тяжелая военная техника во главе с легендарным Т-34. Митинг и возложение цветов к вечному огню состоялись на монументе славы воинов-сибиряков. Сегодня День Победы. И здесь, на монументе славы, где выбиты десятки тысяч имен для вернувшихся с поля битвы новосибирцев, мы прославляем их подвиг. Вечная им память. Слава героям, не вернувшимся с полей битвы. Слава и тем, кто здесь в тылу ковал меч победы. Слава тем, кто совершал свое воинское служение и ныне совершает его, защищая нашу Родину. Слава всей нашей земле! Слава народу-победителю! Да благословит Господь землю русскую и всех с нашим днем, с днем Победы! Множество новосибирцев принесли живые цветы к мемориалу. Именно здесь, на этом святом для каждого сибиряка месте, происходит связь поколений, времен и памяти, которую мы должны хранить для будущего.